Привитос, Амигос. Многие заметили, что предыдущая серия закончилась на самом интересном, ну а как вы хотели. Сами же пишете, смотрю, как сериал. Сериалы всегда на самом интересном. Собака не дождалась моста и так спрыгнула. Глупая псина. Внимание, а чё тут? О, живые еще. А, блядь. А чё, опять гангстеры, что ли? Они же не смогли открыть без пейбоя. Почему они внутри? Петеля ему горло порвала, молодец. Я вот думаю, тут в принципе можно по стелсу, да, пройти, подкрасться, там, юзнуть стелс-бой, прокачать себе невидимость, но здесь как бы никого не ваншотнуть же в голову выстрелом. Придется все равно устраивать перестрелку. Поэтому смысл-то стелсить в чем? Целая пачка сигарет. А до этого мне что, пустые попадались? Или это начатые? Ни минуты покоя, то одно, то другое. Так, добро пожаловать, сотрудники. После долгих месяцев подготовительных работ технический и научный персонал приветствует нового члена семьи Волтек, убежище 114. Как и вам, нам не терпится приступить к работе над нашим новым детищем, но мы пока не готовы открыть эту огромную защищенную дверь для наших новых резидентов. Как вы, вероятно, заметили, из-за уникального расположения для строительства данного убежища, оно в метро, мы привлекли рабочих из других компаний. Перепрофилирование станции Парк Стрит позволит сократить расходы на строительство и сроки работ. Кроме того, это идеально подходит для социального эксперимента в убежище, о котором позже будет рассказано в служебной записке. О, интересно, что тут за эксперимент? А, это и есть, вот она, служебная записка, предназначена исключительно для членов научного отдела убежища 114 сотрудников соответствующим уровнем доступа. Если вы к ним не относитесь, пожалуйста, немедленно прекратите. Конечно, блять. Отдел общественных наук. Итак, как вы уже знаете из инструктажа, убежище 114 предназначается для высокопоставленных членов местной и вышестоящей администрации. О как. А также для их семей. Все резиденты знают, что будут жить исключительно с другими чиновниками. Однако в разговоре с ними роскошные в кавычках условия данного. Ну а дальше что? Убежища были сильно преувеличены. Все члены одной семьи будут жить и ночевать в одних апартаментах. Прием пищи и водные процедуры осуществляются в общих помещениях. Удобства будут минимальными. Кроме того, в настоящий момент проводится собеседование на должность смотрителя. Наша цель – найти человека без опыта работы на руководящей или правительственной должности, но при этом настроенного против властей и отдела кадров сообщили... А, из отдела кадров сообщили, что есть подходящий кандидат. А, прикольно. То есть они в этом эксперимент, что они решили власть и народ поменять местами. То есть чиновники будут жить как крестьяне, а крестьянин будет ими управлять. Это интересный социальный эксперимент. Но я вспоминаю, что в прошлой серии вообще-то все чиновники были в элитном клубе отравлены, по-моему. Никто не попал в это убежище. Или там какие-то другие шишки были отравлены. Так, лишив резидентов роскоши и власти, к которым они привыкли на поверхности, мы надеемся изучить их реакцию в стрессовых ситуациях. В связи с этим просим не подрывать авторитет смотрителя во время эксперимента, даже и особенно, если это может вызвать физический дискомфорт или нанести вред резидентам. Благодарим вас, администрация Волтек. Ну что ж, сейчас посмотрим, как крутые шишки справились. О, комбинезон убежища 114. Хы. Спасибо, нет. У меня уже есть мой родной 111. Хотя тут шишки-то более крутые. Может, этот надеть? Нахрен нужен? Так. Странно, так почему внутри гангстеры-то, а не... Это он мне, что ли, говорит? О, ёпта, ты решил меня дубиной окучить? Ёп твою мать! Бля, петеля, дай ему пиздюлей. Отведай костета богатырского. У спермутанта отжатого. Крышка. С одной крышкой. Вот нищебро. Да. Так. Это у нас что тут? Где мой шептун-то, ёптать? О, 28 патронов. Стрелять, колотить. Чувствую, скоро я и так на рукопашный бой перейду.
О, очищенная вода законсервирована, нифига себе. Интересно, сейчас кто-нибудь воду консервирует на будущее? Чистенькую. В будущем она, наверное, будет дохрена денег стоить. Что-то... Она не герметичная? Потому что никто не собирался им пользоваться, идиот. То есть сюда не заехали, да, эти все-таки? Чиновники не попали в убежище. Они вот там, в клубе, были отравлены, как я и понял. И догадался, вернее. Нахрен тогда вообще? А чё тогда гангстеры тут ковыряют? Что они тут найти-то хотели? Внезапно мой пистолет-пулемет перестал наносить дамаг, я так гляжу. Ну-ка, в жбан. Ну. Блять. А я когда стреляю, где дамаг? Чушь какая. А, компенсированный, калиброванный, усиленный молоток с шаровым бойком. Мне это интересно, а почему все-таки в инвентаре не показывают новые вещи? Вот я, допустим, хочу узнать, что я только что взял. Компенсированный, усиленный. Вот это. О, нихера. Это, пожалуй, даже покруче, чем то, что у меня сейчас. О. Ах ты, сука, он не пистолет-пулемет. Тогда это говно. Хотя... Почему-то у него точно такой же... Обойма точно такая же увеличенная, нахрена? Да, да, вот, это пунктирная линия, урон. Это, видимо... А, нет. Ха, хер его поймешь. Кстати. Охотничий карабин. Это дробовик? 308 патроны. Нет. Наркоманский двуствольный дробовик. Мне надо что-то уже думать насчет патронов. Для дробовика я думаю, что у меня до хрена. Обшториться, что ли, чтобы дамагу наносить по боли. Где дамаг-то, ёпты, дробовик? Так, стопэ. Бам, в правую руку. Сука, они вообще не дохнут, ты посмотри. Надо разгрузить инвентарь по случаю. Ёб твою мать, где... Сука, она еще не перезарядилась, что ли? Гори в аду, мразь. Ёб твою мать. Что-то я не понял, что это их тут так до хера. Омлет из болотника. Тут вся семья Корлеоне как будто собралась, ё-моё, со мной перестреливаться. А я же думал, мне показалось. Бам. Борщ, сука.
Сейчас этот пердак-то отстрелю, сука. Блять, ну почему? Ёб твою. Не, нахуй, дробовик, говнище какой-то. В натуре наркоманский, он ни хрена урона не наносит. Боже, убогое говнище. Где мой новый пистолет? Вот у него дамаг так дамаг. О, у него хелсы только отлетают, ёптать. Вот это метка. Да ебись ты конем. Видимо, надо сходить за силовой броней. И какой-нибудь базукой еще желательно, потому что что тут. Что-то они явно борзеют. Вода с препаратами, вишневая ядеркола. Жареный рат-таракан. Сколько жареный рат-таракан лечит. Сопротивляемость урону так точно что-то не работает, по-моему. Борода какая-то. Отличный, отличный снайперский выстрел. Да стой ты ровно, ёб твою мать. Давай хоть в руку ты ему. О. Да все, все, все. Петель, я смотрю, решила в перестрелке не участвовать. Спать нахуй. Где еще 50 человек? Че, они в этот раз решили не нападать? Странно, то они слышали перестрелку, то они слышали. Сука, горите в адском пламени, твари. Опа. Кто это у нас высунулся? Все, 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 пусть сгорит нахуй. Иди нахуй, петеля. Чё у тебя с рылом-то, ёптать? Улыбается, наверное. Грязный синий костюм. Так, подождите, у меня... Level up. Надо взлом качнуть. О, сложные замки можно взломать. Осталось супер сложные, видимо, и очень сложные. Очень сложные и супер сложные. А чё это такое? Главное, у него уже здоровье было занижено, он, наверное, упал во время страстной перестрелки. Жаркой. Так, F5, сильвупле. Вот урод, блять, а. Подождал еще с дубиной. Так, этот шашлык уже догорает. Терминал Волтек. Надеюсь, у меня жопа не сгорит, пока я тут стою. Это повтор. Дублирует тот компьютер предыдущий. Так. Видимо, для тех, кто там по каким-то чудом пропустит. Чтобы были в курсе замеса. А, вот этот. Вот только сейчас вход в убежище. Открылся. А до этого, типа, это предбанник убежища, наверное, был. Холл. Так, ну чё.
Посмотрим, как живут жиды в обычных людских условиях. Я понимаю, наверное, такой облом, когда там, как в фильме, помните, этом 2012, где миллионеры там по миллиону долларов давали за билет, чтобы на строительство. На строительство ковчега. Вот здесь, наверное, денег дали, а их поселили как абсосов. Жалкий шулер кидал, а вот кто-то такой. Блять, я думал с ним поговорить можно. Я думал, это смотритель местный. Да что это за автомат-то такой, господи, где дамаг-то у него? Странно, я думал, тут такое поле для перестрелки. А, это вот и есть Валентайн. Странно, что с этого урода ничего не выпало. А у меня пароль не от этого, что ли? А, ну. А что за получить номер? Ждите, когда ваш номер... А это кабинет смотрителя, значит. Блять, ты гуль, что ли? Нет, ты син. Синт. Что ты такое? I'm tracking a murderer. The bastard who shot my wife. Took my son. I don't even have a clue who he is or where he's gone. So you need a little angel of vengeance, huh? Well, I don't usually go after blood money, but I guess I can make an exception. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. Следовать за ником Валентайном. Malone's crew. Nice. О-о-о. Можно выторговать дополнительно 100 крышек. Нифига. Подожди-ка, киборг. Дай хоть осмотреться, что тут есть. Don't know what happened to the previous owners, but they're not exactly around to charge rent. Empty vault. Perfect hideout. Собеседование какие-то. This is Vault Tech interview number 03 for the position of overseer for Vault 114. Interview subject. Кандидат Бенджамин Бизли. Mr. Beasley, as overseer of Vault 114, how would you settle a disagreement between two of your vault residents? Well, I would obviously take it through the proper channels, assuming neither of their requests were against the law, of course. This is, of course, assuming that the conflict had already gone through all the other members of the Vault's Residence Council that I plan on organizing. Vault Residence Council, you say? Yes, of course. People need government. They yearn for it. I think it's a civic duty of every red-blooded American patriot to serve the... Yes, I think we have everything we need here.
не возьмут. Они, им нужен диктатор, а не... Диктатор, а не демократ. Бенджамин в пролете, следующий. Кимберли. Ever since I was a little girl in mock government, I dreamed that one day I would have the opportunity to lead a community to greatness. My teachers all told me I had leadership potential, and without my guidance as student council vice president, those bake sales surely would have failed. Just the thought of being able to organize and run this small group, to show them a better way, to lead them to a future so bright that they... My goodness. Looks like we're out of time. Тоже не понравился. Нахер им ваше светлое будущее не нужно. Интересно, какой эксперимент был в убежище из первой части? Блять, охуенная стрельба просто. Просто пиздец. Клинт Иствуд показал свой, блять, уровень, ебаный в рот. Владение пистолетом. Хочешь попадать, сука, стреляй сам, называется. Целься сам. Нахрен тут. Вот. Вот. Разводной ключ. Нахрен ему нужен, интересно. Был уже Бизли. О, 87, нихера себе. Долго же они выбирали. Может, Волтек еще и конец света устроил, скажите еще. Вот этого возьмут, сразу видно. Походу, мы, видимо, не узнаем, чем кончился этот эксперимент. Задрочил он их до смерти или нет? Или они его убили? Что случилось-то здесь? Гребаные гангстеры не дадут узнать, видимо. Да-да-да, размахнулся, блин. В упор-то не промахнусь, наверное. Грязная пепельница. О, потрясающе крутые истории. Очки действия плюс 5. Пиво Гвинт Эль. Мыло. Мыло. Ну, для крафта, может, мыло понадобится, херозное. Видишь?
Ой, блин, быстрее не может этот ват стрелять. Конец. В общем-то, убежище тут как убежище, не то что... Видно, что оно не люкс, конечно. Паяльная лампа. Интересно, сколько она весит. Подкрался. Даже не знаю, кому предъявить за такое прикрытие. Собаке или этому роботу, сука, недоделанному. Я так понимаю, что робот это потенциальный мой спутник, да, очередной? По крайней мере, у него есть навык стрельбы. А у репортерши чего? Ну тут ценность спутника измеряется ценной его диалогами, в общем-то, скорее, я думаю. Чем интереснее у него и личностные истории. Чем интереснее истории и диалоги, красочней, тем ценнее спутника. А стрелять и главный герой сам может. И виски. Неиспорченное пюре быстрого приготовления, хераси. Блестящая жестяная банка. Так в ней что-то есть или она пустая? Тренер по фитнесу. Срочно ваншоты. Ну давай, с такого ствола-то, блядь, не убить. Пора задуматься, наверное, о нормальном каком-то оружии толковом. О, детское. Сказали же, что все члены семьи будут жить вместе. О, мой первый средний замок. Легкотня какая. Смокинг, довоенные деньги. Сука, очень сложная. Что ты хочешь, ёптать? Смотришь на меня. Интересно, откуда у него тайник с крышками? Если они не выходили наружу, откуда они знали, что теперь... Узнали теперь, что крышки в цене, а не деньги? Интуитивно доперли, что ли? О! Пистолет, пулемет. Что-то на полу он валяется странно. Skinny Malone and the rest of his boys are waiting for us somewhere. The name's ironic, but don't let that fool you. He's dangerous. Терминал регистрации. Доходяга Malone сейчас, наверное, выйдет такой, бля, конь. Соблюдать порядок. Ага, все вопросы. Резиденция. Мэйли и Майкл. Жена. Семья. И чё мне вот здесь? Чё мне здесь надо? Резиденция еще какие-то. Сука. Ой, а Валентайн-то взломщик. Чё ж ты мне сейф-то не открыл тогда сложный? Или он только двери взламывает? Всегда готов, давай. Даже не готов. О, жареный рад олень. Наверное, он восстанавливает здоровье больше, чем, сука, стимулятор. О, а вот и доходя ГМЛО со своей новой шлюшенцей. Отлупила девчонка.
This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. На кого это они завалили? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed him. But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. Убедить ее уйти. Предложить путь насилия. Darla, listen to me. You have a home to go back to. You don't want to throw your life away with these thugs. I... You're right! What am I doing? Какой он бог красноречия, ты посмотри. Where are you going? Home, Skinny. Where I should have been all this time. This is goodbye for us. Oh, come on, Nikki. You cost me my men. Now you and your friend cost me my girl. My friend here just did you a favor, Skinny. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. You smug, overconfident ass. Get out of here! All right, you get to the count of 10. I still see your face after that. I'm gunning both of you down. Слышь, Аль Капоне, ты ничего не попутал? One. Two. Three. Four. Может, мы его просто завалим нахер? Заминировать им, что ли, дорогу? А они не идут за нами. Но я думаю, что, блядь, жирно срать будет, чтобы я от него еще бегал. Где эта козлина? Давай, доходяга, ёптать. Посмотрим, кто крут. Оу, доходяги, что-то здоровье-то пошатнулось, я смотрю. Ой. Ой, что, совсем голову потерял. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Ой. Нет, подожди, я тебе хотел на видное место тебя поставить. Где она? Это не его. Че, его башку потерял, что ли? А, подожди, а чья тогда, если не его? Ну, у доходяги черный костюм, а у этого серая шляпа. Ну, почти так и было. Какая разница? Сука, самое отстой, что у него нету ничего особенного. Я думал, какая-нибудь артефактная раритетная пушка у него будет. Я, в общем-то, только за это грохнул. У него ни черта вообще нету. Это какой-то недоходяга Мэлоун. Это нищеброд Мэлоун. Самый, сука, настоящий. Я что-то ни хрена, блядь, не понял сути этого убежища, сути эксперимента. Сам эксперимент описали, как бы, а чё, к чему это привело, непонятно, ничего такого не случилось. Но бандиты сказали, что как бы никто в это убежище не попал. Я думаю, потому что их всех вот там отравили, вот в той комнате, которую я в предыдущей части видел. Видимо так, потому что когда в третьей части я в убежище приходил, там действительно было видно, что что-то произошло. Раз там все люди с растениями синтезировались, там в другом там робот всех убивал, в комнате расстреливал, то есть там в четвертом убежище там виртуальная реальность была, то есть все такое вот. Видно, да, что какие-то эксперименты там были, а здесь просто пустое убежище и никого нету внутри. Значит, никто в это убежище все-таки так и не заселился. И бандит оказался прав. Look at that.
Commonwealth sky. Never thought anything so naturally ominous could end up looking so inviting. Thanks for getting me out. How did you know where to find me, anyway? Not many people knew where I went. Just... What Что ты такое? You really don't know? Я терминатор, просто послан из будущего. Синт. А почему ты не злобный синт? I got built, I got old, I got tossed. Then I opened up that little agency in Diamond City, and turns out people have plenty of problems. Что-то мне кажется, что тебя в этом городе видеть будут не особо рады. Они там убивают даже при подозрении на синта. Give me all the details. Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. I'll meet you there. See you in Diamond City. За ним идти смысла-то никакого. О, Валентайнов день. Прикольную анимацию мы сделали. Так, собственно, я где? Ага. Пруд лебедь зачищено, Бостон. Камон. Не зачищено, типа, да? Боевая зона какая-то здесь рядом. Ну, вроде ничего такого суперинтересного здесь нет. Так и не понял, эти придурки сюда не переехали, что ли, до сих пор? Странные какие-то чуваки. Блин, ну, в принципе, раз тут ничего такого больше интересного рядом нету. Хотелось бы, кстати, зайти еще в Red Rocket. Я все-таки подумаю. Подождите, Sanctuary. Я все-таки подумаю заменить свою собаку на какого-нибудь другого спутника. Я так понимаю, что в Sanctuary собаку не отправить, только в Red Rocket. Стоянка грузовиков. Ну, раз собака нашлась в Red Rocket, значит, ее и отправить можно только в Red Rocket. Это что за лепрекон еще? Способность клевер четырехлистник дает шанс мгновенно заполнить индикатор критической атаки. Вообще не вдупляю, где тут какие индикаторы критической атаки, о чем они тут пишут. О, сейчас собаки построят тут турель оборонную, чтобы ее тут не пришли, не замочили. Интересно, с собакой вообще хоть какой-нибудь квест связан? Может, надо ее хозяйку найти? Или что? Эй. Hey. How you doing, buddy? Hey, boy. Think you can find something for me? Враги, вещи. Проехали. Возможно, у собаки что-то есть полезное, но я пока ничего... Пёс что-то нашел. Каску? Ты дурак? В очко сижу, забей свою каску. Так, я что-то не понял. Почему крафт не открывается? Вот. Так, оборона. Надо срочно поставить турельку. Масло уходит на эту турель. Угу. Что тут хоть есть-то еще? Ракетная турель. Ты посмотри. Турель с тяжелым лазером. Турель с дробовиком. Прожектор. Обалдеть. Турель с крупнокалиберным пулеметом. А это что такое? Ловушки. Медь, проводка. Свинец. Блять, масло-то пипец. Где масло-то достану? Вот так вот. Домик для собачки почти готов. Будку можно какую-нибудь забацать ей? Интересно. Дверь, заборы какие-то. Что это такое? Металл. Чушь какая-то, господи. Но это вот блочное строительство домов это в этой игре, ну просто вообще не знаю. Феноменальный бред.
Людей здесь нету вообще. Уникальность. Оп, 4 стали. Так, еще я хотел сюда хламину свою выложить всю. В очередной раз. Моя помощь, мое разное, мой хлам. Мой хлам. Взять все. Сохранить весь хлам. Херакс. Собственно, вот. И теперь можно идти отсюда. В Diamond City. Не знаю, робота взять в помощники или бабу. Хотя робот еще в помощники не набивается, но мне почему-то кажется, что он предложит пойти со мной. Вообще они... Раздобыть свежий выпуск общественных событий. О, он все-таки дрючит своего робота. Прям в сопло, наверное, ракетное. Тьфу ты, блять. Прогрессивная Америка в очередной раз отжигает. Что, синтетическая правда? Это вот это читать? Нет, лапша. Не то. Так а где свежая газета-то? Идти дальше по пути свободы, это что за херня вообще? О, можно приближать. Локация мира. Видимо, здесь, за дверью. Я думал, что девочка должна стоять раздавать новые газеты, но, видимо, нет. Ао. Эй, Нэт. Hey, mister, that interview you did with Piper is really selling. Here's your free copy. Хер ли ты не работаешь, ёптать? Взгляд из убежища, часть 2, часть 3. Ёб твою мать, понаписала, бля. Ну, давай посмотрим, ядрись ты конём, что ты там захерачила. Взгляд из убежища. О, боже, понеслась. Каждый раз, гуляя по Diamond City, я смотрю на все то, за что... Как все меня убеждают, я должна быть благодарна городу. Чистая вода, работающие лампы, электричество, безопасность. Действительно, у нас есть столько всего, о чем пару десятилетий назад люди и мечтать не могли. Но очень легко забыть, что даже с учетом нашего прогресса мы все еще находимся в тени былого мира. Мира до угрозы радиации, супермутантов и диких гулей и синтов. Но недавно мне посчастливилось встретить человека по имени Биг Дик. Большой Дик, скажем так. Он только что из убежища и впервые видит Содружество. Как выглядит наше достижение в его глазах? Действительно ли мы Diamond City? Великий зеленый самоцвет, как все мы утверждаем. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем прошлое. А побольше о прошлом нашего гостя. К моему удивлению, Большой Дик ничего не может сказать о жизни в убежище, потому что все это время перед его глазами было лишь обледеневшее стекло. Каждый день в течение 2 веков... Да, Большой Дик не просто выходец из убежища, он родом из довоенного мира. Он и его семья все эти годы пребывали в криогенной заморозке. Читайте продолжение в статье 2. А, в части 2. Так что ты, блядь, одной газетой-то все это не выпустила? Продолжение.
Итак, что же говорит Большой Дик, впервые увидев Diamond City? Я очень радуюсь тому, что можно взрывать все направо и налево. Так что задумываться о таких вопросах особенно некогда. Надо отметить, что в момент нашего интервью Большой Дик ничего не взрывает. Вероятно, он просто имеет в виду, что там, за стеной, в более опасных районах Содружества, очень много насилия. Отметим, впрочем, что первая его реакция на весь этот ужас – именно юмор. Видите ли, у него есть сын, его зовут Шон, в убежище их семья была в относительной безопасности, но кто-то вломился туда и забрал Шона у родителей, и теперь большой член рискует своей жизнью, странствуя по нашему негостеприимному миру, чтобы найти Шона и спасти его. Мы все не раз слышали, что говорят Демон Сити после каждого исчезновения. Все мы бросаем на скорбящих родственников полные сожаления взгляды, а сами тайком возносим хвалу стене, что на этот раз беда обошла именно нас. В Содружестве можно погибнуть по миллиону самых разных причин. Так зачем беспокоиться о каких-то похищениях? И действительно, зачем? Читайте продолжение в части 3. Бля, она заебала своими похищениями. Она опять, короче, вот хуйню ударилась. Нам так легко воспринимать чужую потерю с цинизмом. Мы давно знаем о существовании... Блять, статья называется «О человеке. Взгляд из убежища». Понеслась нахуй. Института до сих пор не понимаем, что они из себя представляют. Да, не всегда ответственность за похищение несут именно они, но когда людей забирают в институт, мы полностью бессильны что-то изменить. Поэтому ко всем жертвам похищения мы относимся так, будто уже их не вернуть. Но те, кто остается, любимые друзья, соседи, люди, которые уже никогда не увидят лица того, кого у них забрали, не могут позволять себе отвернуться. Они будут ощущать потерю, даже если все остальные будут убеждать их забыть все, что произошло, и жить дальше. По моей просьбе, Большой Дик обращается ко всему Diamond City, чтобы рассказать о том, каково это потерять близкого человека, как он себя после этого чувствует. Возможно, в какой-то мере мы все должны чувствовать себя именно так. Возможно, мы просто забыли. Кстати, бумага такая, как будто ей жопу вытерли. Это точно свежий экземпляр? Забыли, какой должна быть настоящая человеческая реакция на такую трагедию. Он говорит, найдите тех, кто виновен, и разберитесь с ними. Конец. Еб твою мать. О. Вам-то это не понадобится, сучки. И белящие сухарики заберу. Ладно, пока потусуйся. Сейчас пойду узнаю, что там этот андроид хочет. Кстати, тут еще у них есть шериф. Я уверен, что у шерифа ко мне точно тоже какой-нибудь квест должен быть по любасу. Майор. Видите? Это стрелочки к майору ведут. Кнопка вызова лифта. Ох, ни хрена. А, это не майор, это мэр, наверное. А, этот город на стадионе бейсбольном построен. В стадионе. Вау. Женева, ты кто такая? Wait, what was that about synths? Oh no, I'm not saying anything. I like my job, thank you very much. Fuck you, very bitch. Такая. I'm looking for work. Mercenary. Овца сразу видно. Usually have a few open bounties. Just check the wanted poster. Плакаты на рынке. I don't need anything. Catch you later then. Вид на жительство. Кому охота жить в вашем тараканнике, ептусь? Че ты там пищишь? Я что-то не видел никаких тут плакатов о розыске, честно говоря. Но это опять, скорее всего, квесты «Найди и убей». Ну а что еще? «Найди и что?» Поговори, что ли? Арестовывать здесь нельзя. Майор. Так пишется слово мэр. Майор это мейджор. Плакаты. Я просто вообще не вдупляю, где тут плакаты. Соломон. Граждане. Hey, you were in the paper, right? You're 200 years old? Looking pretty good for your age, huh? Да, спасибо, такой шутник. Я бы тебя еще послушал, но боюсь обоссаться просто.
радиостанция Diamond City. Это мне вообще по боку. Шен, what have I told you about keeping the lake clean? Don't make me shut down this little stand of yours. Шен Ковальский, Ковольский. It's a health hazard, Shang. Love to chat, but I don't have time. It's a profit hazard, is what I say. I manage the water, and I'll do it without your interference. Thank you very much. I'm telling you, it ain't just a story. University Point, that settlement on the coast, wiped out by synths. Под ноль вырезали, так вы. Тут все про синтов в курсе, походу, кроме мэра, да? О! Можно собрать их жрачку. И посеять ее у себя. Сука. Так, а это что такое? А, стендап, наверное. У Хованского опять море зрителей, целых двое. А, это мэр. Ну, посидим, послушаем, что там. Омерзительную статью за авторством Пайпер. Она тут, походу, всех достала, да? Хули вы на меня уставились? Слушайте своего мэра. Сзади такая беспалевная реклама Амбро, что просто охренеть. Is our faith and trust in each other. The faith and trust that has given us prosperity. Ой, блядь, ты такой энергичный. Петели, обоссы его там нахер. Now, I want everyone to hear these next words. О, да-да, иди в жопу, ну, давай. I am not a synth. I am the same flesh and blood boy. Все тот же мальчик из плоти и крови. Who was born in a shack just down the waterfront to Martha and Patrick McDonough. And I will not abandon my city due to the heinous allegations of the press. Интересно. God bless this city. God bless the wall. He's so full of shit. Какой же он кретин. Ты не синт говоришь? Ну-ка дай-ка проверю. Enjoy your stay in Diamond. Now, excuse me. Mayor McDonough? I'd love to talk, but I have matters to attend to. Делами? Ща, блять. Ты мне займешься делами, сука. Сейчас посмотрим, синт он или нет. О, кровь идет. Вроде нет. Эй, а чё он не дохнет-то нихера? Мир вам, жители Багдада! А это чё ещё за, блядь, шарик прилетел? Робоглаз. Американский психопат, часть третья, ёптать, какая там вторая? Мэр, как дела? Мэр встал за добавкой, походу. Ладно, ладно, шучу. Я больше не буду, простите меня. Понять и простить. О, не синт. Это мы теперь знаем. Все, давай, мэр, пошел в задницу. О, боже. Так, где тут мое агентство Лунный Свет? Или как там его? А, Валентайн. Детективное агентство Валентайн и не Валентайн. Интересно, робот. Они против синтов здесь, да? И у них? Ник? О, God. It's really you. Только не говорите, что вы тоже шпиндохоритесь, иначе я этого не переживу. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends. Ибо его глаза меня пугают. Поговорить с Элли. Can we get started on my case? Oh, of course. There's just a small clerical thing we need to clear up. Here.
I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind... Изношенная шляпа, предмет взят. Потертый тренч. Офигенно вообще. One piece at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Блять, начинается. When you're trying to find someone who's gone missing, the devil is in the details. Tell me everything you can, no matter how painful it might be. We were in a vault when it happened. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice, huh? More importantly, you were underground, sealed up. It's a lot of obstacles to get through just to take one person. What else can you tell me? Описать Шона, блять, там маленький ребенок, они все одинаковые, что там описывать? Или мы с женой были белыми, а ребенок у нас был негр. Жена говорит из-за того, что она пила много шоколадного молока перед родами. My wife was murdered. She was trying to keep them from taking Sean, and they just... It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers. Вообще, в Fallout New Vegas был гуль, которого можно было брать себе в напарники. Он тоже был ковбой, и, в общем-то... Ладно. There was a man and a woman. They didn't say much. But I remember they called me the backup. So we're talking about backup, они его назвали. Professionals. Просто, блядь. The kind that know to keep their lips tight when they're on the job. Not sure what the backup means, though. Anything else you remember? We're looking for my son. Описать Шона, ну маленький такой, черненький, блядь, в кульке завернут, ёпта, как все дети на одно лицо. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? Why an infant? Someone would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. And that confirms it. Его похитили пряничные ведьмы. Полюбасу они. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the gunners. And of course there's the Institute. Стрелки, институт. Я всех их видел. Ёп, начинается. Who were the gunners? High-end mercenaries. No job too brutal. They're in the running as likely suspects. They wouldn't be the ones pulling the strings. No. So you think this institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy. Then you got the newer models, good as human, infiltrate cities, and worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a... Отвергнутый прототип. Either way, I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? Лысый, как Джейсон Стэтхэм. У него был пистолет, блять, охуенная примета, ёпт. The woman was dressed in, I think it was a kind of hazard suit. The man had some sort of metal brace on his arm. Maybe some kind of improvised armor? A lot of hired guns do that to look tough. The hazard suit is interesting. Not many mercs can afford something that fancy. What else do you remember about them? One of them came right up to me. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you? Келлог. Who is he? Do you think he has Sean? Чё-то знакомое, Келлог. Way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. Еще один похищенный ребенок. It's Sean. It has to be. Somehow. Don't jump the gun on me. You said you were looking for an infant, remember?
That's over 9 years difference by my count. Look, maybe he has a son of his own. Maybe it's someone else's kid. Either way, they both vanished a while back. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Интересно, зачем в натуре мальчик понадобился? У него окажется какой-нибудь иммунитет к чему-нибудь или что? Или это часть социального эксперимента Уолта, как забрать ребенка и убить жену? И посмотреть, что будет дальше. Довольно в духе такие убежища, кстати. Видимо. Ладно, в общем, продолжение этой душещипательной истории про поиск сына мы узнаем дальше.